Да, дома. Как вы уже поняли, мы находимся в Москве. На Манежной площади. Идем в сторону Красной площади. Напоминаем, что с вами канал ДТВ. Не переключайтесь, подписывайтесь, смотрите до конца видео. Хорошего вам просмотра. Впереди от нас памятник маршала Жукова. Сейчас я вам поближе покажу. Вот он, красавец. Сейчас мы пройдем к вечному огню сначала. Вон там находится вечный огонь. И продолжим. Мы оттуда пришли. Давайте посмотрим.
Итак, мы сейчас с вами увидели, как происходит смена караула в Александровском парке у Вечного огня. Вот такая красотища. Сейчас мы сходим в ту сторону. Напоминаю, что сегодня почти 1 ноября 2020 года. Погода очень хорошая в Москве. Вчера ночью минус 5 было градусов. Сегодня, по-моему, плюсовая температура, плюс 10, наверное. Но тепло. Сейчас с Питером сравнивать, конечно, там вообще холодрище уже сейчас. Там тоже плюс 10, но там очень холодно за лето. И здесь климат более мягкий. Так, а мы продолжаем нашу экскурсию по Александровскому парку и скоро пойдем на Красную площадь. Сейчас мы прогуляемся здесь. Итак, продолжаем наше видео. Немножко сейчас зацепим охотный ряд. Манежная площадь ее называют. Народу, как вы видите, вообще нет никого. Здесь же центральный выставочный зал. Да, не забывайте подписываться на канал ДТВ, помните об этом. Рубрика для вас, смотрите, какие красивые светильники. Красота. Фонтан отключен сейчас с лошадками. Вот. Такая красота. Осенняя. Такая красота. Здесь летом рекомендую всем. Очень красивые фонтаны здесь, просто шикарно. Сейчас видите, все отключено, все закрыто, все светится здесь. Жалко, конечно.
посадочный зал. Давайте мы подойдем к памятнику. Это патриарх у нас всея Руси. Напишите, кто догадался, что за патриарх это. Ермоген, священномученик, патриарх Московской всея Руси. В 1910 году. Возвели этот памятник. Итак, сейчас мы направляемся в сторону Красной площади, где именно мавзолей Ленина. Так что продолжаем смотреть, подписываемся на канал ДТВ. Это рубрика для вас. Продолжаем. Итак, продолжаем наш поход. И мы идем в сторону Красной площади, в сторону мавзолея Ленина. Величественная Москва, красивая. Мы поднимаемся в гору. Самое интересное, что Москва — это мой родной город, я здесь родился. Вот. Правда, живу уже более 10 лет в Санкт-Петербурге. И мне очень приятно спустя 10 лет пройтись по данным улицам своего родного города. Итак, это Кремлевский проезд. Начало отсюда. Летом здесь всякие развлечения были, вот на площади прям, как мы видим, все убрали. По 1883 года. То есть его строили 9 лет, получается. Ансамбль Московского Кремля и Красной площади. Такая красотища. Опять же, не забываем подписываться. С вами канал ДТВ. Вот. И мы продолжаем нашу прогулочку.
Кстати, он сегодня работает во вторник с 10 до 13. Надеюсь, мы успеем. Мне тоже бежать сейчас на встречу скоро надо. Расскажу вам прикол. Мавзолей Ленина оказывается бесплатный. Я всю жизнь прожил в Москве, об этом даже не знал. Сейчас мы идем ко входу, и первый раз в жизни я попаду в мавзолей Ленина. Да, вам смешно, мне тоже смешно. Сейчас он там проход. Именно по вторникам у них с 10 до часу можно попасть в мавзолей Ленина. Не знаю, получится заснять или нет, но вряд ли. Итак, мы прошли. Здесь мало кто снимает, но мы снимаем. Там снимать нельзя? Снимать. Я понял. We'll be right back.
Сейчас должно быть аккуратно. Сейчас стрелочка. Слушайте, наверное, часы не работают здесь. Что-то на ремонте, походу, дел. Куранта мы с вами не услышим сегодня. Солнышко светит. Не забываем подписываться на канал ДТВ. И мы продолжаем. Сейчас мы пойдем в сторону центра, если мы туда прямо идти, мы пойдем в сторону Новокузнецка метро. А кто хочет погулять по Манежной площади, здесь по Красной площади, Александровскому парку, Охотный ряд метро, welcome. Гуляйте, отдыхайте. Мы продолжаем и идем туда. Как раз застрелили господина Немцова. Здесь вот он прогуливался. Вот. Около Кремля как раз. И, к сожалению, вот это несчастье произошло именно здесь. Очень прекрасная погода, прям вообще, вот прям очень хорошо, приятно гулять, свеженький такой воздух, красотища. Хорошим, конечно, еще рекомендую посетить вообще в Москве Коломенский парк. Царицынский парк, погуляйте. Не только в центре хорошо Москвы, но и всяких
У нас много парков здесь в Москве. Терлецкие пруды, Измайловский парк. Пишите, подскажу, куда пойти. В комментариях пишите, кому понравился вообще обзор о Москве. Просто, к сожалению, снять в одной рубрике всю Москву невозможно, сами понимаете. Это очень-очень тяжело. Если у меня сейчас получится, мы в сторону Садовнической набережной дойдем. Я хочу заснять именно штаб Московского военного округа. Там, где я служил. Очень тоже красивые места. Сейчас нам на мост надо подняться и по мосту пройтись на ту сторону. Итак, давайте мы сейчас с вами перейдем и продолжим. Итак, друзья, спасибо вам за то, что вы смотрите нас. К сожалению, времени у меня нету на дойти до Садовнической набережной. На этом я хочу сказать вам спасибо. Вот, с вами был канал ДТВ. Пожалуйста, напишите свои комментарии, что понравилось, что бы хотелось, чтобы еще засняли. Возможно, в следующий раз, когда я приеду. Вот. Подписывайтесь. Пока-пока. С вами канал ДТВ. Ничего не поменялось. Напоминаю, что это в 5 минутах от Кремля, центр города, Новокузнецкая. На Овчинниковской набережной. Здесь раньше Министерство финансов было. Я не знаю, как сейчас здесь. А вот Садовническая набережная включается вон туда. Нам надо идти. Сейчас мы перейдем.
Какие остановки красивые. Нам сейчас на ту сторону надо перейти и направо. Так, я решил пройти не по Садовнической набережной, а Садовнической улице. Сейчас с этой улицы будет лучше видеться штаб округа. Так что мы идем прямо. Вот спереди от нас штаб Московского военного округа. Как видите, здание все обшарпанное стало, так как штаб уже не существует, его закрыли, и здание бесхозное, так понимаю, осталось. Вот сюда я ходил на работу. Вот вход был центральный. При царе здесь было Министерство обороны Российской империи все время. На первом этаже находилась конюшня. Этому зданию очень много лет. Здесь раньше управление кадров было в этом здании. Вот такое здание. Все заколочено, все окна. Вот здание управления кадров. Дальше была прокуратура Московского военного округа, вот красное здание. И чуть-чуть подальше было финансовое управление. Ну все, видите, закрыли. Не понятно, что здесь теперь. А вот... А вот дальше у нас... Мы идем. Специально хочу показать, вот он, видите, вот это здание, кусочек для Даниила и Доминики. Вот ваш папа 2 года вот здесь на втором этаже проработал, вот в этом здании специально для вас пришел сюда, заснял. Вот, вот это финансовое управление было. Второй этаж. Что-то видно, свет горит, кто-то работает. Не знаю. Все. Пока-пока, это Московский военный округ был.